Петя входит в ресторан и присаживается к столику. Официант приносит карточку и кладет ее перед Петей. Петя выбирает бёф-буи. Бёф-буи – это, собственно, говяжий бульон, да? Вареная говядина. Бёф-буи. И говорит официанту: «Петя, дайте мне, если можно, бёф-буи». Официант: «Чего изволите?» Петя: «Если можно, бёф-буи». Официант: «Как вы сказали?» Петя, краснея: «Я говорю, мне бёф-буи». Официант, выпрямляясь: «Что прикажете?» Петя, испуганно: «Дайте мне бёф». Официант выпрямляется, Петя вздрагивает и замолкает. Некоторое время молчание. Официант: «Что прикажете подать?» Петя: «Я бы хотел, если можно». Официант: «Чего изволите?» Петя: «Бёф-буи, бёф-буи». Официант: «Как?» Петя: «Бёф». Официант: «Бёф». Петя радостно: «Буи!» Официант с удивлением: «Буи!» Петя, кивая головой: «Бёф-буи, бёф-буи». Официант задумчиво: «Бёф-буи». Петя: «Если можно». Официант стоит, задумавшись некоторое время, потом уходит. Петя придвигает стул к столу и собирается ждать. Через некоторое время появляется второй официант, подходит к Пете и кладет перед ним карточку. Петя с удивлением смотрит на официанта. Второй официант. На этом первый отрывок кончается, начинается второй. Второй отрывок. Петя входит в ресторан и присаживается к столу. Официант приносит карточку и кладет ее перед Петей. Петя смотрит карточку. Петя: «Дайте мне, если можно, бёф-буи». Официант: «Не дам». Петя с испугом смотрит на официанта. «Бёф». Официант: «А еще возьму и в дверь вытолкаю». Петя угрожающе: «Что такое?» Официант: «Ладно, ладно, уходите». Петя: «Я не уйду, я инженер». Достает из кармана и протягивает официанту какую-то бумажку. Официант берет бумажку, рассматривает ее и говорит: «Официант, почем я знаю, что это вы? Может быть, это у вас документ краденый». На этом обрывается произведение.